трущобы. Район, где не покупал очень... Нет, это центр города Волгоград. Немцы ушли, погром остался, дамы и господа. Это центральное здание города. Это негритянское гетто. В России. Гарлем. И какого-то фига в центре города сразу промышленный район, где куча заброшенных заводов. Правда, деревьями их не видно, тем не менее. Но они вот такая заброшенная. А вот это ямочный ремонт в городе Волгоград не успела сделать. Там вместо асфальта кирпичи. Кирпичи. Волгоградское ноу-хау. Да. Надо технологии отдыхать. Асфальт здесь, наверное, не стелили с моего рождения новый. А если стелили, то я не... Полина, я думаю, с моего не стелили. Да, а стелили-то не очень заметно. Разметка здесь, наверное, вообще никогда не существовала. А еще мы, к сожалению, не сможем это заснять, а может и сможем. Здесь бабушки простивают, просто не торгуют всяких хлам. Это кошмар. В каких-то мусорках и развалинах. Плохие условия приема. Даже GPS отказывается у нас тут работать. В степи работу здесь нет. И в Макдональдсе обслуживали 20 минут. Макдональдс, да. Макдональдс и Карл. Да, в общем, мы будем, когда идти пешком, мы все более подробно вам расскажем. А пока дайте нам чуть-чуть освоиться с мыслью. 3-4.